Жизнь — это как путешествие на поезде со множеством остановок, изменений маршрута и даже аварий. С рождения мы садимся в поезд с нашими родителями и поначалу думаем, что будем в этой поездке с ними всегда. Но однажды они выходят на одной станции, а мы одиноко продолжаем путешествие без них. Время идет. В вагон подсаживаются другие люди. Некоторые станут очень важными для нас. Возможно, даже останутся до самого конца поездки. Кто-то будет выходить из вагона, навсегда оставляя рядом с нами пустое сиденье. А кто-то исчезать. Настолько незаметно, что мы даже не обратим внимания, что на их местах сидят уже совершенно другие люди. Эта поездка будет полна радости, печали, ожиданий, надежд, предательств, прощений, приветствий и прощаний. В какие-то моменты мы будем думать о том, чтобы нажать на стоп-кран или пересесть в другой вагон. А порой будем с искренним удовольствием смотреть в окно и интересоваться вновь ушедшими пассажирами. Главная тайна поездки — мы не знаем, на какой станции нам предстоит сойти. Нужно просто наслаждаться поездкой самим и делать ее комфортной для пассажиров, сидящих рядом. Это очень важно, ведь когда мы достигнем своей конечной, нужно, чтобы люди, которые продолжат путь, почувствовали, что наше место опустело, и у них остались замечательные воспоминания о том, кто здесь только что сидел.